От Харькова за поселком Песочин, южнее Коротыча, производится вырубка леса. Очевидно, ну, возможно, плановая, но на соседнем участке должны были сомкнуться кроны, который был вырублен лет 5 назад. Они не сомкнулись, я это покажу позже. Ветки жгут, множество кострищ. Еще не все бревна вывезли. Вот бревна, вот такой лес, очевидно, он у них считается больным и подлежащим санитарной вырубке. Вот такого качества лес они рубят. Коды наносят. Но не на все бревна. Вот на этом, например, нет штрих-кода. И надписей тоже нет. Здесь тоже нет. И здесь нет. И здесь нет. А здесь есть. Наверное, очень хороший метод украсть половину леса. Вот пара бревен с этикетками. А вот бревно без оной. Тоже бревно с лейбой и без. Чтобы удостовериться, что нет лейбы с другой стороны, идем на противоположную сторону. Ага, на этом бревне лейба с противоположной стороны. На этом тоже. Но на остальных бревнах, которые лежат в этой стопке, нету лейб с этой стороны. Соответственно, те, что были с той стороны без лейб, остальные они без лейбы есть. В общем, большинство с лейбами, но не все. До сих пор дымится кострище, никто его не тушил. Вот дым идет. Сжигали ветки. Вот, без лейб много бревен. Еще одно кострище. Здесь, очевидно, было много веток сожжено, целый кратер. Вот, в паре километров от Харькова. Может, не в паре, но в пяти. Идет уничтожение леса. Кому-то очень сильно нужны деньги. А дышать харьковчанам не нужно.
Осень выдалась сухой, и которую неделю город в смоге. Они дожгли. Еще одна кострища. Больше десятка кострищ таких. Не менее 3 метров в диаметре. Кроны должны были на соседнем участке сомкнуться, чтобы этот участок законно было вырубать. Сейчас посмотрим. Разве что, может, кроны бурьянов тут сомкнулись. Но не более того. Действительно, сомкнулись кроны на том участке, который более 10 лет назад следующий был вырублен. А на этом и близко этого нет. Вот этот предыдущий участок, жидкая поросль с выросшая с пней вырубленных деревьев лет 5 назад, но кроны абсолютно не сомкнуты. Что лес, легкие нашего города постепенно превращаются, по крайней мере за Писачином, пусть не в коттеджные поселки, но в саванну. Вот сплошной бурьян, одиночные кусты, ну, по виду как кусты, деревья начинают расти из пней вырубленных деревьев. А подавляющее большинство это просто бурьян. Никаких крон сомкнувшихся, ничего подобного нет.